Благодаря данным из того убежища, мы теперь знаем, что Конли скрывается на танкере близ Манхэттенского моста. Чистильщики уже не первый месяц перерабатывают там нефть. Видимо, под ее присмотром. Разведка сообщила, что в их охранном периметре есть уязвимое место у западных ворот. У тебя теперь есть все необходимое, чтобы ей нападать. Рядом позиции под охраной противника. Пришла пора разобраться с Вивиан Конли. Будем надеяться, это еще на шаг приблизит нас к Киннеру. Нам известно, что через западные ворота комплекса регулярно проходят патрули чистильщиков. Давай воспользуемся этой лазейкой. Киннер использовал Конли, и это стоило жизни многим миротворцам. Найди ее и устрани. Удачи, агент. Агенты спецотряда. Есть риск заражения. Нельзя допустить, чтобы они сорвали производство. Нефть основа всей нашей работы. Видимо, Конли очень переживает за сохранность нефти. Ну, теперь мы знаем ее больное место. Агент, разнеси их комплекс. Подкрепления идут под землей. Чистильщики захватили сеть тоннелей. Как-то перекрыть выход из тоннелей, иначе скоро сюда нагрянет целая орава чистильщиков. Заодно ты лишишь Конли одного из путей отступления.
Я считаю, надо уничтожать все оборудование, какое увидишь. Пусть Конли злится. Чем она злее, тем проще будет выманить ее из логова. Родс, а ты соображаешь? Ты, Келса, тоже ничего. Агенты продвигаются вглубь комплекса. Они уже на подходе к Коппеле. Защищайте меня. На кону жизни множество людей. Не подведите! Агент, я отправила туда разведдрон. Если увижу Конли, дам тебе знать. Здесь насос охлаждения. Значит, тут есть что-то такое, что не следует нагревать. Давай отключим эти насосы, агент. Я гарантирую, будет весело. Кажется, там есть еще несколько насосов. Ты знаешь, что делать. Что еще тут можно раздолбать? В наш комплекс пробрались агенты спецотряда. Они хотят лишить нас самого ценного. Это наследие Джо Ферро. Защищайте оборудование до последнего. Рядом обнаружен противник. Насос охлаждения. Ну вот, налицо еще одна прекрасная возможность, агент. Система переработки выведена из строя. Да чего же это приятно слышать. Завод выведен из строя. Конли это не понравится. Вот и славно. Рядом обнаружен противник. Осторожно! Завод разваливается на части, и падать они будут прямо на тебя. Не подставляйся! Thank you.
видела Конли на танкере. Она прошла через разлом по центру. Так что ты у нее на хвосте. У Конли полно времени на подготовку. Не дай ей застать тебя врасплох. Обнаружен эхо-сигнал. Поблизости есть эхо-маяк. Кто из вас техник? Не я. Я старший машинист-оператор. Ты разбираешься в подаче топлива? Конечно. Это же моя работа. Я провожу техобслуживание всех систем. Хорошо. Ее оставьте. Остальные не нужны. Вы хотите нас убить? Валите! Я сказала, валите! Кто из вас техник? Не я. Обнаружен клапан. По всему, ты подбираешься к цели, агент. Обнаружено мобильное электронное устройство. Они, как зеленая отрава. Живучие, бездумные убийцы, делающие то, на что их запрограммировали. Но в наших руках огонь, и огнем мы искореним цвет отряд так же, как искореним этот вирус. Мы закончим то, что начал Джо Ферро. Вот они ей мозги-то промыли. Господи. Об...
Обнаружен клапан. Я опять вижу Конли. Она поднялась на верхнюю палубу. Похоже, готовится дать последний бой. Все экстремисты такие. Несут бред и сами себе верят. Говори, руки у чистильщиков растут откуда надо. Посмотри, может, там как-нибудь можно подняться на другие палубы.
бери ей зад. Обнаружена неизвестная сеть. Ты идешь в верном направлении. Конли на посту управления. Приготовься, агент. Пора ее брать. Что-нибудь можно сделать? У нее где-то должен быть источник питания. По идее, достаточно его уничтожить. Мы ведь люди одной породы. У нас с вами общая цель. Обеспечить условия для поддержания жизни. Но вы в своей узколобости этого не понимаете. Пока вы живы, вы будете нам мешать. Выявлено серьезное ранение. Готово. Без питания эта башня не заработает. Ты же не понимаешь, что творишь. Из-за тебя столько людей могут пойти прахом. В переводе со злодейского это значит молодец. Так держи. Обнаружены клапаны. Будем импровизировать. Поиграйся с газовыми вентилями. Газовый поток перенаправлен. Я убью тебя! Критическое.
получилось. Обнаружен спецобъект ренегатов. Хорошо. Обыщи ее, может, при ней что-то есть. Это было что-то. Огонь, взрывы, пироманьяки. На мой вкус перебор, но я понимаю, чем вам это нравится. Это большой успех. Мы оставили чистильщиков без нефти. Избавились от Конли. Теперь Киннер не сможет через нее подобраться к ОТГ. И мы еще на шаг приблизились к этому гаду. Неплохо, агент. Получен спецобъект ренегатов. Ренегат ликвидирован. Загрузка данных. Теперь чистильщикам будет тяжко. Без Конли их боеспособность серьезно снизится. Мы отправим к танкеру группу зачистки. Конли долгое время использовала его как штаб. Так что там наверняка что-нибудь найдется. А нефть уже сама по себе ценный трофей. Этого топлива ОТГ хватит, чтобы продержаться еще зиму. Фэй, как продвигаются поиски? Много ложных следов. Киннер держит приспешников на коротком поводке. В свои планы он их не посвящает. Чтобы не проболтались. У остальных целей, насколько я понимаю, свои мотивы. Никто из них не разделяет в полной мере идеологию Киннера. И тем не менее, он помыкает ими как хочет. Молодец, что уж тут. Рядом замечена позиция под охраной противника.